Здравствуйте, это программа «В центре событий», в студии Наталья Бабушкина. Сегодня в выпуске. Выборов не будет, стратегию доработать, о павильонах еще подумать, политические решения окружных и сургутских депутатов. Одни растут, другие падают. Ситуацию с ценами на продукты продолжают контролировать в администрации города. И надежды на ГЧП. В правительстве округа надеются на взаимодействие с бизнесом при возведении перинатального центра в Сургуте. Прямых выборов главы не будет. Сегодня такое решение фактически приняли на заседании Комитета Думы Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. Вопреки ожиданиям, систему сити-менеджерства внедрять также не будут. Она признана не вполне эффективной. И от двухглавой системы управления решением Нижней палаты парламента России рекомендовано отказаться. Соответственно, и проект решения в Югре предусматривает отказ от двоих управленцев. Изначально вариантов выбора глав муниципалитетов было 5. В результате обсуждения это количество сократилось до 2. Первый из них предусматривает назначение главы муниципалитета из состава местной думы. Второй – заключение срочного договора на работу с наемным управляющим. Предложенный вариант из Ханты-Мансийска разослали во все муниципальные образования округа. 18 муниципалитетов поддержали эти варианты. 4 муниципалитета предложили все-таки прописать в окружном законе все 5 вариантов. На основании чего единогласным решением окружные депутаты, которые состоят в комитете по законодательству и государственной власти, поддержали этот законопроект в редакции изначальной. Соответственно, завтра уже на заседании все депутаты проголосуют за него. Скорее всего, единогласно. На заседании Сургутской думы, между тем, вопросы сити-менеджмента не обсуждали. На повестку дня вынесли 37 пунктов, но одним из ключевых стало обсуждение стратегии 2030. Несколько дней назад на профильном комитете депутаты недоумевали, и дорожные карты по отдельным отраслям не прописаны, в частности, по образованию, здравоохранению, градостроительству. И должной конкретики в документе нет, и цифры, которые указаны по многим позициям, уже устарели. Ответ перед парламентариями на заседании вновь держал куратор проекта развития Сургута Алексей Софиолин. Он отметил, что разработчики не составляли схемы развития муниципалитета в проекте за закрытой дверью, но привлекали к обсуждению стратегии общественность, тех же депутатов в частности. В документе, который составляли не один год, обозначены 4 направления и 12 векторов, по которым наш город должен через 15 лет стать одним из лучших на планете. Основные цели, которые мы определили, они подкреплены проектами. И мы тоже эти проекты вам предоставили. Это в первую очередь проект создания кампуса, это проект создания и реализации в городе Сургуте программы «Инженеры 21 века». Это реальные действия, расписанные в разном периоде времени, для того, чтобы у нас город изменил свой статус и качество. В частности, по словам Алексея Софиолина, проект кампуса Сургу, который будет включать в себя общежития для студентов, корпуса для преподавателей, учебные здания и так далее, будет изучать лично Дмитрий Ливанов, министр образования России. С этой целью он в этом месяце и должен прибыть в Сургут. Отмечу, что депутаты приняли решение не принимать стратегию 2030 в таком виде, в каком она есть сегодня, и отправить документ на доработку. В него нужно внести еще некоторые поправки, как масштабные, так и не очень. Сама стратегия разработана тщательно, качественно, и, на мой взгляд, нет никаких препятствий для того, чтобы ее, значит, принять. Вот. У меня единственный вопрос, вот, который я бы хотел поставить перед коллегами, вопрос строительства школы на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, так называемая площадка Спупата. Отмечу, что у куратора стратегии 2030, заместителя главы Алексея Софиолина, в четверг последний рабочий день. Решение о своей отставке он принял на прошлой неделе. Возглавит рабочую группу по документу развития Сургута в ближайшие 15 лет градоначальник Дмитрий Попов.
Тем временем в Сургуте начались традиционные встречи депутатов с населением. Первой, кто отчитался перед избирателями и выслушал их вопросы, стала Ольга Леснова. На встречу к ней пришли жители 10-го избирательного округа. Волновали горожан не только насущные проблемы, такие как благоустройство территории, ремонт межквартальных проездов, устройство пешеходных дорожек, услуги ЖКХ. Главным стал вопрос оплаты взносов за капитальный ремонт. Люди, может, и рады заплатить, но по-прежнему точно не знают, куда уйдут их деньги. Сегодня вопрос доверия жителям либо к своему личному спецсчету, на котором каждый житель может проконтролировать поступление, да, денежных средств, либо тогда уж напрямую, давайте будем говорить честно, что напрямую и сразу в округ, чтобы прозрачная была схема. Ты заплатил копеечку, да, через какой-то Ханты-Мансийский банк, Сбербанк, ну любой банк, и сразу в интернете появилась информация, что твоя квартира задолженности не имеет. Вот это было бы прозрачно и честно по отношению к жителям. А вот что делать с нестационарными объектами торговли, в Думе Сургута еще не решили. По сути, киоски больше не имеют права находиться на придомовых территориях. Предприниматели попросили оставить возможность работать хотя бы цветочным и печатным ларькам, а также павильонам по ремонту обуви. О проблемах сургутского бизнеса Светлана Стебенькова. Вечные преграды на пути бизнеса. Например, вопрос о земле. Жили предприниматели, не тужили, а городская дума возьми да и запрети нахождение на придомовой территории нестационарных торговых объектов, то есть киосков, павильонов и мелких мастерских. Бизнесмены возмутились, заручились поддержкой торгово-промышленной палаты и написали обращение в адрес администрации думы города с просьбой разрешить пребывание на придомовой территории хотя бы цветочных и печатных киосков, а также бытовых мастерских. То есть бытовых киосков, ремонт обуви там и так далее, там вот этих вот, которые занимаются металлоремонтом, киосков «Союз печати», киосков «Цветы», вот, и лотереи. Вот тех специализированных киосков, которые в 230-м постановлении имели так называемый защитный иммунитет. Взаимоотношения с контролирующими организациями вообще притча во языцах. Директор одной из городских гостиниц Антонина Чуприна демонстрирует объемную папку с актами проверки. В течение года отель на 10 номеров проверяли пожарные, службы ГОИЧС, Роспотребнадзор. Контролеры вели себя по-разному, но наиболее негативное впечатление оставила трудовая инспекция. Нам предъявили претензию в том, что у нас в трудовой книжке нашей сотрудницы не было записи, подписи, вернее, на первой странице. Я скажу честно, я этого даже не видела. Сотрудница была в декретном отпуске. Антонина Владимировна уверяет, что ее гостиница старается соответствовать всем стандартам. Однако зачастую возникает впечатление, что целью проверяющих являются именно штрафы. Мы подготовились к проверке очень-очень ответственно. Что не очень порадовало инспектора. Мне сказали, что по охране труда вы подготовились очень хорошо. А сейчас будем работать с вашими другими документами до тех пор, пока не найдем нужного перечня нарушений. Есть от чего и от кого защитить бизнес. Именно поэтому в Югре ввели должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Скучать югорскому бизнес-омбудсмену Ольге Белоножкиной явно не приходится. При выявлении первого нарушения вообще отказаться от практики штрафовать, а сначала обходиться, допустим, предписанием, предупреждением, какой-то еще выбирать способ, но не сразу переходить к штрафу. Если бизнесу ставить палки в колеса, то его и впрямь скоро не станет. Только вот вряд ли от этого кто-то выиграет. Светлана Стебенькова, Андрей Маркин, Денис Зонов, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Администрация Сургута продолжает мониторить цены на продукты питания. В приоритете те, которые входят в продовольственную корзину. Впрочем, специалисты наблюдают изменения по 40 наименованиям в федеральных сетевых магазинах локальных сетей и несетевых магазинах. Отслеживают как минимальные, так и максимальные розничные цены. Например, средняя минимальная стоимость за 7 дней увеличилась по 4 наименованиям товаров. Это твердый сыр, картофель, пшеничная мука и бананы. Причем, если в одних торговых точках эти продукты растут в цене, то в других они, наоборот, становятся дешевле. И это постоянный процесс, отмечают в Департаменте по экономической политике. Сегодня Сургут стал таким глобальным шопинг-центром, в котором есть достаточно широкий ассортимент продуктов не только в наименованиях, но и в марках, в сортах, и в том числе в ценовом диапазоне.
Когда мы констатируем, что есть минимальные цены в городе, мы говорим о том, что у сургутян есть возможность, я обращаю внимание, в отличие, например, от прочих городов Ханты-Мансийского автономного округа, приобрести эти продукты. В Сургуте построят новый гипермаркет. Это Леруа Мерлен, международная сеть по продаже товаров для ремонта и строительства. Сейчас компания представлена в 16 регионах России. Положительное решение в вопросе выделения земли под этот торговый объект приняли на общественных слушаниях накануне. Планируется, что комплекс появится на Югорском тракте в районе автосалона «Мерседес». Первый этап возведения гипермаркета намечен на лето этого года. Точных сроков открытия магазина пока нет. Вблизи Сургута в этом году продолжат строить второй главный железнодорожный путь. Речь идет об участке магистрали Тобольск-Сургут. На развитие железнодорожной инфраструктуры в нашем регионе компания РЖД выделит почти 10,5 миллиардов рублей. Больше половины средств как раз и пойдут на строительство и введение в эксплуатацию без малого 50 километров дополнительной ветки на 5 перегонах. Также планируется проложить 3 разъезда и больше 30 километров бесстыкового пути. Когда завершат возведение второго главного ЖД пути, не сообщается. С 2005 года мы выросли, экономика региона выросла практически в 2 раза. Естественно, это требует более мощной пропускной способности железных дорог и улучшения инфраструктуры. Поэтому все, что касается сегодня тех проектов, которые осуществляет акционерное общество «Российские железные дороги», это увеличение пропускной способности по железной дороге Карачаево-Сургут-Тобольск. Сегодня этот проект идет. Ну и, естественно, дальше мы рассматриваем увеличение пропускной способности Тобольск-Тюмень. Правительство Югры делает ставку на государственно-частное партнерство при строительстве перинатального центра в нашем городе. Об этом заявил заместитель губернатора Александр Ким. Он подчеркнул, что в условиях бюджетного дефицита использование механизма ГЧП – это оптимальный инструмент, который позволит за 3 года возвести новый медицинский объект. И к тому же минимизировать риски и избежать роста госдолга. Напомню, шумиха вокруг строительства перинатального центра в Сургуте поднялась еще до Нового года, когда стоимость возведения роддома, его оборудование и обслуживание в течение 7 лет спутали со сметной стоимостью строительства. На прошлой неделе в правительстве Югры сообщили, что площадь объекта уменьшат на 21 тысячу квадратных метров. Это решение приняли после независимой экспертной оценки петербургского НИИ. Это, в свою очередь, снизит стоимость строительно-монтажных работ и затрат на эксплуатацию. Коэффициент использования полезных площадей вырастет с 0,3 до 0,68. Ну, мы понимаем, что у меня настолько богатая страна в мире, чтобы топить воздух и космос вообще. Вот. Кроме того, в этом центре будут использованы самые современные медицинские технологии для того, чтобы оказывать помощь при крайне сложных ситуациях, которые сегодня встречаются все чаще и чаще, потому что видим мы, к сожалению, неблагоприятную динамику со здоровьем наших женщин. В год литературы 110 лет отметит первое публичное книгохранилище в Сургуте. Сегодня это Центральная городская библиотека имени Пушкина, которая в таком статусе справит 50-летний юбилей. За это время учреждение добилось показателей, которыми можно гордиться. Книжный фонд, например, составляет 550 тысяч томов. За знаниями в библиотеку приходит 50 тысяч читателей. Электронными ресурсами пользуются 190 тысяч жителей города. О плане мероприятий на этот год рассказали на пресс-конференции в библиотеке. Всего где-то порядком 80 мероприятий, которые запланированы, большие и малые, которые пройдут в течение этого года. С подробным планом мероприятий можно познакомиться на сайте Центральной библиотеки имени Пушкина. Например, необычный проект для привлечения молодежи к чтению книг хотят осуществить вместе с одним из операторов сотовой связи в Сургуте. В крупных торговых центрах, библиотеках, музеях и театрах все желающие смогут скачать книги в электронном варианте на свои мобильные устройства. Это бесплатный доступ к чтению электронных книг. И 145 книг будут, 145 книг. И из них русская зарубежная классика 19-20 века. И бонус к тому, что те книги, которые мы отсканировали, а мы сейчас создаем свою электронную базу данных наших авторов, это Олег Борисович Рихтер, это Петр Антонович Суханов, это Сачихин Николай Васильевич.
22 февраля, в это воскресенье, сургутяне отметят Масленицу. Гуляния пройдут на площади перед театром Сургу. Начнутся они в 12 часов и продлятся до 4 часов дня. Для жителей организуют много аттракционов. В частности, горожане смогут покататься на собачьих и оленьих упряжках, посмотреть заезды радиоуправляемых машин РС-дрифт, захватить снежную крепость. Кульминацией Масленицы станет сжигание чучела зимы. Также гуляния состоятся и в городском парке культуры и отдыха. Здесь масленичные мероприятия стартуют в 10 утра. Подробно посмотреть программу праздника можно на нашем сайте indifisnews.ru. В Сургуте начала работать выставка итальянского художника-сюрреалиста Паоло Дель Понте. В наш город привезли так называемую кофейную серию автора. Все картины, а их около 50, мастер нарисовал карандашом. По словам организаторов, работы Дель Понте имеют глубокий философский смысл, заставляют задуматься и удивиться. Экспозицию уже оценили в Италии и в Польше. Теперь и наш город присоединился к европейскому турне кофейной выставки. Такие концептуальные изыски, я бы сказала, которые приходят нам в голову, когда мы пьем кофе. Я думаю, что это редко какой художник мог бы сделать, ну, в материале, я бы так сказала. Поэтому мы сегодня можем посмотреть мысли на листе. Пока экспозиция располагается в здании «Газпрома Трансгаз Сургут», на средства градообразующего предприятия и привезли выставку «Дель Понте» в наш город. Все желающие увидеть работы итальянского сюрреалиста смогут 4 ноября в художественном музее. В Сургуте завершился чемпионат Югры по плаванию среди юниоров. Более 200 юношей и девушек со всего округа боролись за медали первенства. Из победителей по итогам трехдневных стартов сформируют несколько сборных. Дмитрий Круковец продолжит. Первенство Югры по плаванию среди юниоров – одно из центральных спортивных событий нашего округа. Сильнейшие спортсмены приехали в Сургут для того, чтобы показать свой максимум. Чемпион и призер первенства региона Владислав Выборг рассказал, как для него складываются эти соревнования. В целом замечательно, да. Ну, после, наверное, больших соревнований, там чемпионатов России и так далее, здесь уже довольно легко получается, но все равно трудности есть. Несмотря на усталость от недавних прошедших сборов, Мария Янцур улучшила свои показатели и осталась довольна результатом, заработав на чемпионате Югры серебряную медаль. Удалось, конечно, легко. Мы еще на сборы ездили зимой. Как бы я нам улучшила на 3 секунды. Думала, что проплыву хуже, но проплыла хорошо, тренер похвалил. По итогам чемпионата тренерскому штабу предстоит непростая задача – сформировать сборную Ханты-Мансийского округа для участия во всероссийских соревнованиях. Это чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Мы проводим его традиционно в феврале в городе Сургуте. На этих соревнованиях мы просматриваем спортсменов на предмет формирования сборной команды округа, как раз по юниорским возрастам для выступления на первенство России. И взрослый возраст. Кубок России нам предстоит в ближайшие соревнования. Дмитрий Круковец, Никита Васильев, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В чемпионате российской высшей лиги Б по мини-футболу состоялся очередной тур. Лидер подгруппы «Западная Сибирь» сургутский коллектив ССМ принимал на своем поле дублеров Тюмени. В команде из областного центра на турнире выступают собственные воспитанники. Возраст спортсменов не превышает 17 лет. В первой встрече молодые ребята не смогли достойно противостоять более опытным и возрастным соперникам из Сургута и крупно уступили 4-10. Начало игры тоже было бы у нас так преимуществом, мы могли бы сами реализовать первые какие-то моменты. Получили первые 2-3 гола за счет своих ошибок, где-то неудачно сыграли в обороне. Потом был момент такой провал, где я где-то менял, корректировал игроков. Был провал, получился. Во втором тайме уже более успокоились, видать, ребята все восстановились. И уже при счете, можно сказать, как 10-1 мы как раз уже начали играть в футбол, у нас стало что-то получаться. В повторном матче Тюмень действовала уже по-другому. Играя от обороны, гости атаковали лишь изредка. Эта тактика принесла футболистам из областного центра свои плоды. По ходу встречи тюменцы переигрывали более опытных спортсменов из Сургута 4-2. До конца матча клуб ССМ смог отыграться и сравнять счет 4-4. Впрочем, на положении в турнирной таблице это никак не сказалось. За весь чемпионат наша команда потеряла лишь 4 очка и после 18 матчей имеет в своем активе 50 баллов. Команда молодая, тем не менее все бегут, то есть желание у них есть играть.
охота выиграть. Тем более на последнем месте команда идет, терять нечего уже. То есть зарубаются, рубятся. Вот. У нас половина команды травмировали. Вот так вот. Ну, то есть, ну, все равно тяжело с ними играть. На этом у нас все. Благодарю за внимание. До встречи. Мечтаете об итальянском палаццо или испанском замке? Оригинальное решение дизайна ваших апартаментов – керамическая плитка. Настоящий шедевр. Новейшие коллекции в галерее керамики. Галерея керамики. Искусство жить красиво. Новая весенняя коллекция мебели уже в Сургуте. Впусти весну в дом. Экспо-мебель для хорошей погоды в доме. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 32% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. Впервые в Сургуте. Крупнейшая коллекция планеты обезьян, лемуры, мартышки и грунки. С 10 февраля по 1 марта в торговом центре «Богатырь». С 10 утра до 7 вечера. В магазинах «Лабаз» окорок свиной охлажденный 237 рублей за килограмм. Экономия 30%. Сеть магазинов «Лабаз». Мы работаем для вас. Приглашаем в новую вип-сауну «Урарту». К вашим услугам три зала с финской и турецкой парилками, а также бассейнами, мини-бар, караоке, гидромассаж, Wi-Fi, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1/1. Телефон 25-16-16. И о погоде на 19 февраля. Здравствуйте, в студии Елена Ливанова. Меховое изделие от Солени Коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко, слишком скучно, слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плиссированные, рулонные. Компания «Жалюзи» более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Улица Гагарина, 8, улица Лермонтова, 11/5. Предстоящие сутки в Приобье похолодает. Скажется влияние наступающего североатлантического циклона, из-за чего постепенно потянутся поля облачности. Местами пойдет снег, и морозы начнут идти на спад. Ночью в Сургуте и окрестностях малооблачное, без осадков. Направление ветра южное, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха -31-36. Утром небольшая облачность, осадков не ожидается. На столбиках термометров около 31 градуса мороза. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура 17-22, ниже нуля. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Новая коллекция «Рикер. Весна-лето» по ценам 2014 года. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон неустойчивый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба. Яркие, реалистичные, со световыми эффектами радиоуправляемые машины XQ. Только до 23 февраля со скидкой 20%. Выбери свою. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Цены заморожены до конца февраля. Успейте заказать мебель по прежней цене. Грандиозная сезонная распродажа в салоне меха и кожи «Солени Коллизионе». Скидки до 70%. Сургут-Ситимолл, второй этаж. Спешите на сезонную распродажу. Скидки до 70%. «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания.